Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о рисунках художественных гимнасток, сделанных профессионалами. Ну что, погнали! Рисунок Саши Солдатовой, где она стоит в планше с обручем после поворота. По-моему, это упражнение из 2017 года. Еще один рисунок Саши Солдатовой, только на этот раз в ее фирменном элементе с булавами. Третий рисунок Александры Солдатовой – затяжка с мечом из 2017 года. Следующая по списку Екатерина Селезнева и ее булавы 2021 года. Еще один рисунок Кати, только на этот раз лента 2019 года. Дина Аверина и обруч 2017 года. Мне кажется, все эту композицию знают. Этот рисунок тоже под обруч 2017 года. Яна Кудрявцева и ее фирменный элемент с мечом. Если не ошибаюсь, это тоже Яна Кудрявцева с мечом. Эту девочку распознать не смогла, но рисунок очень красивый. Кстати, пишите в комментариях, если вы знаете, кто эта девочка. То же самое и с этим рисунком, я не уверена, кто это. Пишите в комментариях, если вы знаете. К сожалению, я тоже сама с собой спорю по поводу этого рисунка. Пишите в комментариях, если вы знаете, кто это. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите вторую часть, то пишите об этом в комментариях. А всем пока-пока, до новых встреч!